к определенной достопримечательности на карте. Так, что из локаций-то? Только единственное, знаете, что не понял? Я не понял. Вот карту, что ли, смотреть? А, во-первых, надо сейчас нам что сделать? Сейчас нам надо посмотреть, как бы сказать, нам нужно посмотреть содержание. Так, господи, не туда захожу. Нам нужно посмотреть содержание той выдержки, которая у нас имеется. Сейчас я быстро прочитаю, что здесь необходимо сделать. Так. Так. Там пещера, которую окружают растения, огромные растения. Фонтан там еще есть. Так. Да, ну и как мы вот, как узнать сейчас? Давайте попробуем по карте, посмотрим сейчас. Так, zoom out. Тут достопримечательности какие-то. Так, это театр. Нет, там фонтана нет. И пещеры никакой нет. Так. А тут есть фонтан? Что это такое? Кто помнит, на той съемочной площадке был фонтан? Какая-то там пещера у них. Да что-то... Что-то не помню. Ой, ой-ой-ой-ой. Ну, я так понимаю, что если нас просят по достопримечательностям, значит, только по тем, которые открыты на самом деле. Так, вот это что такое? О, может, тут фонтан есть. Так. Угу. Ничего тут интересного. Больница. Так, вот это что такое? О! Тут фонтан есть, но здесь нет какого-то входа в пещеру. Так, давайте-ка тут посмотрим. Вот она! Вот она, пещера-то! Вот кейв. Overgrown with plants. Это прям вот выдержка из произведения. Вот куда. И водопад здесь, но там фонтан. Все, вот сюда едем. Отлично. Блин, ну хорошо, хоть не так уж сложно. Фух, ну чё, погнали быстрей. Уж не терпится. А где там, правда, улики искать? У меня подсказок больше нет по интуиции. Плохо. Плохо, 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 плохо. Садимся. Где наш напарничек? Чем он так не торопится? Все, супер. Отлично, отлично. Да, загадочки вообще здесь в порядке. Интересно, мы сможем поймать вот этого серийного маньяка? You may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. Да, это еще будет радость, если он действительно сдастся без боя. А так они очень сильно рискуют жизнью в попытке схватить его. Ну, то есть он, мне кажется, вот этот маньяк, он их заманивает. Ладно, давайте сейчас ответим. Да ёп! Блин, опять мне...
Опять мне не дадут 5 звезд. Наверняка. Ладно, сейчас быстро выполним это задание. Просто хочется получить, может, хватит там на одно очко интуиции. Оно может пригодиться. Хорошо, хоть разделительные тут особо они не прут. Так, далеко ли еще, интересно? Надеюсь, что нет. Давай, быстрее, 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 быстрее. Так, 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 так. Пошли вон все. Далековато будет. Так, снова стрельба. Да ёшкин кот. Блин, убили. Убили мужика какого-то. А, это как раз ликёра здесь. Что случилось? He missed. They didn't. Where are they now? They ran across the street and into the parking lot. That's where I lost sight of them. Mm-hmm. Возможно, хотели ограбить. Сейчас они на стоянке. Где-то их видели. Блин. Да, это ликерный магазин продажи ликеров. Пытается убежать. We gotta turn ourselves in. Use your head, Will. The cops ain't exactly gonna be grateful. There's our records to think about. Shut up. I think I hear something coming. Блин, замолчи, я слышу, кто-то приближается. Конечно, кто-то приближается сейчас. Отлично. Ой, ёп. Так, что делать? Где машина? Может, сюда сесть? А, подождите, нафиг. Ну все, блин, очень простой оказался. Может быть, из-за того, просто его получилось завалить, то, что ему на пути стала машина, им пришлось выйти. Фиг знает. Ну ладно, два жмура есть. Все, это мини-задание выполнено. Достаточно быстро с ними разобрались, на самом деле. Ах, бывает в жизни огорчение. Ну ничего. Все, теперь можно спокойно, спокойно двинуться, разгадывать вторую загадку нашего уважаемого серийного убийцы. Werewolf. Убийцы Black Dahlia, черного Георгина. Погнали. Включаем мигалочку. Вперед. Так, предлагаю по разделительной, это же наиболее безопасный отрезок на проезжей части движения. Так, вперед, вперед, вперед. Да, загадочки, что надо, пошли. Даже как-то стало интереснее играть. А то все расследование, зацепки, улики, заявления, свидетельства, показания свидетелей и прочие дребедей. Вот так какое-то разнообразие в геймплей привносится. Да, я на максимум жму, между прочим. Здесь жалко нет закиси азота. Так быстрее бы проехали. Так. Ага. Hall of Records. 3 часа 25 минут. Блин, ну и куда? Ну, смотрите, здесь во всяком случае есть золотые ручки. Заходим. Так, отлично. Видите бумажку? Бумажка лежит наверху этой фигни. Нет, вы не можете нам помочь, но я с вами поговорю. Детективы, LAPD, это очень важно, сэр. Как забраться наверх этой люстры? Поднимайтесь на верхний этаж, там есть лестница, вы сможете перебраться на ту большую люстру.
Так, отлично. Хотя бы здесь подсказка идет касательно того, где нам искать очередную подсказку от нашего убийцы. Вот это меня радует. А то у меня все равно не было очков интуиции. Так, здесь направо. Так. Да ладно, я быстрее могу. Бля, пропусти меня, дядь. Дядь, ну пропусти. Так, где тут лестница-то, я чуть не пойму. А, стоп, он куда-то пошел сюда. Так, вот он сюда. А-а-а! Well. Let's go. Well, не дурак. Давай, лезь. Ну, Фелпс, ёпперсте. Наконец, догадался. Отлично. Поднимаемся, открываем дверочку. Так, ох, не хочу сюда идти. Я пошел туда, Расти. Better you than me. Be careful. Could be a trap. Будь осторожен, это твою мать. Фак. Да что ж ты будешь делать-то? Да ладно, ну блин. Да, дел дерьмо. Дел дерьмо. Почему не получилось-то? Давайте еще разочек попробуем. Так, вроде получается. Все, я понял, как тут надо правильно идти. Вот и дошли. Шикарно. Итак, часики. Давайте посмотрим, чьи это часы. О май гад, это часы Дейдры Моллер, одной из убитых, дело которого мы расследовали. Фак. Как раз там футляр был Элджин. Я помню, футляр под часы был и под кольцо. Но запомнилось, почему тут название Элджин. Это, наверное, ювелирный магазин или ювелирная компания. Вот точно помню. Значит, блин, 100% подлинная улика. Так, и очередной, по всей видимости, отрывок из произведения Шилли. Так, третья выдержка. From the Temple's High. Of Man's Ear and Eye. Блин, не дал мне. Что надо делать?